Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Все это, на мой взгляд, является очень большим подспорьем в работе руководителя. Опыт организации эффективного производства Смоленской АЭС будут использовать в муниципалитете. Благодаря вашему труду, благодаря тем людям, которые стояли у истока создания нашей организации, сейчас мы заняли место уже достаточно серьезное и в городе. Юбилей Смоленской АЭС «Сервис». Мы научились сплоченности, мы научились дружить. 12-й военно-патриотический слет Отечества. На планом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 29 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков. Суммарная мощность 25 218 мегаватт, суммарная выработка 106 355,9 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,3% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первые и третьи энергоблоки нагрузка суммарно 2050 мегаватт. Существенных замечаний нет по работающим блокам. Блок номер 2, 22 сутки, текущий ремонт ВРК. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 8 дней июля составила более 295 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 8,7 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС стала обучающей площадкой для участников проекта «Эффективный муниципалитет». Специализированный семинар провел заместитель главного инженера Олег Кужениязов. Он рассказал сотрудникам администрации Десногорска и управляющих компаний о сути одного из элементов производственной системы Росатома – инфоцентра директора. Десногорск в первом регионе приступает к программе «Эффективный муниципалитет». Методологию пошагово пробируют в администрации при поддержке экспертов Смоленской АЭС. Затем процесс охватит все бюджетные учреждения. Основная цель – сделать жизнь горожан более удобной и комфортной. Информационные центры – один из элементов этой системы. Они используются на всех уровнях управления Смоленской АЭС, помогают выстраивать коммуникации с подчиненными, проводить мониторинг выполнения производственной программы, выявлять отклонения от планов и намечать шаги для исправления ситуации. Это своего рода система быстрого реагирования. Такой стандарт позволяет сконцентрироваться на решении конкретных задач и в то же время ничего не упустить из внимания, видеть, к чему стремится предприятие для достижения общих задач, стоящих перед отраслью в целом. Участники семинара отметили, что создание инфоцентра в администрации Десногорска будет полезным. Сейчас они только изучают бережливые технологии, чтобы понять, как те работают и как принципы непрерывного совершенствования атомщиков перенести в среду местного самоуправления. У нас открывается проект бережливого муниципалитета, что помогает очень, поможет в нашей работе очень структурировать ее и выявить проблемы, которые можно будет решить. По мнению генерального директора комбината коммунальных предприятий Вячеслава Сидункова, инфоцентры должны стать подручным средством визуального менеджмента каждого руководителя. Подобные инфоцентры, которые преобразуют все эти потоки в очень наглядные вещи, которые позволяют сразу акцентировать внимание на точках, которые требуют этого внимания, и, в принципе, где-то, возможно, не очень уделять внимание процессам, которые идут в нормальном режиме. Вот. Все это, на мой взгляд, является очень большим подспорьем в работе руководителя и повышает эффективность как временных затрат руководителя, так и, в принципе, вследствие этого всего предприятия. Иными словами, работать более эффективно и с наименьшими потерями можно не только на предприятии, но и в других сферах деятельности, если знать как. Специально для получения недостающих знаний и организованы обучающие модули на Смоленской АЭС, лидере производственной системы Росатома. Первый юбилей отметила Смоленская АЭС-сервис.
10 лет назад трудовой стаж на трех участках новой организации начали 257 человек. За прошедший период компания в 5 раз вырастила штат и объем предоставляемых услуг. Сейчас участков 15, сотрудников более 1000. Коллектив во главе с генеральным директором Эдуардом Синовозом уверенно смотрит вперед и готов к обогащению новыми компетенциями. Все те, кто стоял у истоков создания нашей организации, те, кто не жалея себя, трудился эти 10 лет, все прекрасно знают, насколько были эти годы непростые. Благодаря вашему труду, благодаря тем людям, которые стояли у истоков создания нашей организации, сейчас мы заняли место уже достаточно серьезное и в городе. В 10-летний юбилей Смоленская АЭС-сервис твердо стоит на ногах, строит планы и гордится своими достижениями. Заложен прочный фундамент. Коллектив делом доказал свой профессионализм и надежность. За что бы он ни брался, все получается качественно. Будь то дезактивация производственных помещений, оборудование, ремонтно-строительные или высотно-верхолазные работы. Самое основное и самое важное, что с собой принесла, что с собой принесли люди, которые работают в коллективе «Смоленская сервис», это традиции. Традиции, которые были заложены еще, выполняя свой функционал на атомной станции. Сейчас эти традиции уже «Смоленская сервис». У вас сейчас такой широкий сфер услуг, что вы можете себя обеспечить, чтобы вы были самодостаточны. В 2011 году компания шагнула в сферу общепита. Сейчас она не только организует лечебно-профилактическое питание для атомщиков, но и поставляет собственную продукцию в школьные буфеты. Есть кафе, столовая и мини-пекарня. В нашем городе Смоленская АЭС-сервис знают по высокому уровню социальной ответственности. Предприятие активно участвует в благоустройстве и общественной жизни муниципалитета. Более 90 школьников из Десногорска, Рославля, Смоленска, Удомли, Курчатова и Республики Беларусь с 25 июня по 4 июля осваивали военно-прикладное искусство, учились преодолевать трудности и быть единой командой на 12-м военно-патриотическом слете Отечества. Организаторами мероприятия выступили концерн «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС» при поддержке администрации Десногорска. Вас ждут сложные, но увлекательные испытания. Я уверен, что вы с честью их выдержите, и, подводя итоги нашего слета, мы вместе будем чествовать тех из вас, кто добьется наиболее лучших, выдающихся результатов. Но физическое воспитание – это не основная цель нашего слета. Воспитание чувства патриотизма, любви к родине – вот именно это является основной целью. Ведь только страна, богатая настоящими патриотами, уверенно смотрит в будущее. Ребята, желаю всем успехов в достижении поставленных целей. Несмотря на то, что нагрузки, которые пришлось выдержать подросткам, вполне сопоставимы с реальными армейскими, за 10 дней никто из них не жаловался, не ныл и не просился домой. А если учесть сюрпризы погоды в виде дождей или жары, можно сказать, что ребята успешно прошли школу выживания в экстремальных природных условиях. Впечатления очень яркие, мы научились многому, мы научились сплоченности, мы научились дружить, мы научились стрелять, метать, было очень хорошо. Как настоящие бойцы, участники слета жили в палатках, несли дежурство в наряде, заступали в караул. Под руководством опытных инструкторов учились ориентироваться на местности, лазать в альпинистском снаряжении, разводить костер, стреляли из пневматики по мишеням, собирали, разбирали стрелковое оружие, метали ножи, оказывали первую помощь условным пострадавшим, осваивали азы поискового дела и даже пробовали силы в рубке казачьей шашкой и корейском фехтовании мечами. В перерывах насыщенной учебной программы наслаждались ароматными блюдами, приготовленными на огне, а вечерами приятным бонусом была культурная программа, песни под гитару и баян у костра и беседы с бойцами поискового отряда «Обелиск». Никто из юношей и девушек даже не вспоминал о гаджетах и соцсетях, полностью заменив их живым общением с друзьями. За время слета молодые люди заметно возмужали, подтянулись и окрепли. К завершению смены все уверенно преодолевали финальное состязание – тропу мужества. Первой к финишу пришла команда из Удомли, второе место заняла команда из Смоленска,
Третье место – команда из Курчатова. Им были вручены кубки и грамоты. Первый слет для меня был, можно сказать, очень самым сложным. Мне приходилось, можно сказать, учиться всему впервые. Было сложно и был самым маленьким. Но уже последний слет я командир. К сожалению, в этом году нам не удалось занять первое место. Но в следующем году будем стараться. Также были отмечены победители в индивидуальных номинациях. Все отделения получили грамоты и подарки от администрации и профсоюза атомной станции. Благодарственным письмом директора Смоленской станции отмечены наставники и помощники, ставшие за эти дни для ребят, по сути, вторыми родителями. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленска АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания.